Старый деревянный мост через реку Томыловка служил верой и правдой местным жителям около 60 лет. Но когда в конце 2019-го по мосту проехал больше груз, сгнившие сваи не выдержали. Мост рухнул, а жители одной части села остались отрезанными от цивилизации. Переправа соединяла восточную и западную часть улицы Луговой. После обрушения моста до жителей не могли добраться экстренные службы и машины с продовольствием. К счастью, власти отреагировали быстро. В селе ввели режим чрезвычайной ситуации, обустроили временную дамбу и начали разработку нового железобетонного моста. После разработки проектно-сметной документации подрядная организация в декабре 2019 года приступила к восстановлению моста. По окончании работ запланировано на февраль 2020 года. Новая переправа, по словам строителей, выдержит до 60 тонн, а значит, больше груза ей не страшны. Мост протяженностью 20 метров оборудуют барьерными ограждениями. Стоимость работ составила чуть более 5 миллионов рублей. Анна Тищенко, новости Управда ТВ.